60% шуб, проверенных Тюменской таможней в 2016 году, оказались нелегальными. Нарушителям пришлось заплатить пошлину на общую сумму 23 миллиона рублей. Также за прошлый год сотрудники таможни возбудили около 90 административных дел по конфискованному товару. Из самых необычных вещдоков, завезенных незаконно в Тюмень – Мазерати, чучело крокодила и королевские кобры. Стали выявляться контрафактная продукция. Это были у нас наручные часы с товарными знаками Тисот, Мерседес. Были аппликации, которые использовались для наглеек на кожгалантерею. Количество нарушений совершается, выявляется именно на таможенном посту аэропорта Рощино.